Первоуральск готовится к Новому году. Элементы уличного декора начали устанавливать накануне вечером. Рядом с городской администрацией рабочие приступили к сборке конструкции большого синего шара. Гигантская елочная игрушка была куплена в прошлом году. Ее разместили в начале аллеи по проспекту Ильича. В этом году шар ставят на новое место. Конструкция уже закреплена, а световое оборудование подключат позже. А елку на набережной будут устанавливать на том же месте, где и в прошлом году, рядом с автобусной остановкой «Водная». Подготовительные работы уже начались. Украшают к Новому году не только улицы Первоуральска. В инновационном культурном центре декорируют холл, гардероб и другие помещения. Украшают в золотом и серебряном цветах. А в самом большом зале, форум-центре, наряжают 5-метровую ель. Идет ряд золотых, потом ряд серебряных. Хотя он у нас как-то очень резко смещается, серебряный. Я бы вот этот серебряный чуть-чуть бы сместила сюда. Серебряные, золотые и красные шары, а еще банты и гирлянды. Работники инновационного культурного центра отмечают, такое цветовое решение выбрано не случайно. Мы придерживаемся принципа такого здорового минимализма, но хотелось бы, чтобы украшения наши были оригинальными, во-первых, а во-вторых, соответствовали фирменному стилю. Если вы посмотрите на нашу елку и на украшения на остальных этажах, не только на седьмом, вы увидите, что у нас превалирует золотой и серебристый цвет. Это фирменные цвета инновационного культурного центра. Теперь давайте проверим верхние гирлянды. Праздничный декор уже присутствует сегодня во многих офисах, кафе и торговых точках. Например, в этом магазине покупателей прямо на входе встречает 2-метровый Санта-Клаус. А торговые залы наполнены праздничными товарами. Здесь и украшения, и сувениры, и предметы интерьера. По словам хозяйки магазина, многие уже задумываются на тему новогодних подарков. Но если раньше люди выбирали что-нибудь просто красивое, то сегодня чаще спрашивают более функциональное. В основном покупают текстиль, покупают посуду, покупают игрушки, то, что может пригодиться в домашнем обиходе. То есть покупатель сейчас немножко в средствах ограниченный, поэтому он ищет подарки, которые будут и функциональными, и подарочным ассортиментом. Как всегда, популярностью пользуются товары с символом будущего года – тигром. Благо, подобного в магазинах много и на любой вкус. Это подушка, она очень мягкая, но она еще и сюрпризом. То есть внутри этой подушечки есть вот такой плед, который в любую погоду укроет теплом своим и будет радовать как взрослых, так и детей. По восточному календарю символ будущего 2022 года – голубой водяной тигр. Известно, что голубой цвет на Востоке считается самым непостоянным, поэтому год сулит перемены и обещает быть ярким на события. Хочется верить, события праздничные и позитивные. Кристина Сипьева, Николай Швецов, Интера ТВ.